сделать свою маму счастливой. Нам очень нужна ее улыбка. А что для этого нужно? Чтобы мама была счастлива, я думаю, нужно, чтобы ее дети были здоровыми, ее слушались, достигали чего-либо в жизни и помогали ей. Мой секрет маминого счастья – это отличная учеба и мои успехи. Моя мама улыбается, когда я хорошо себя веду. Я хочу видеть свою маму красивой и умной. Не знаю, миллиард долларов иметь в семье. Не, ну логично. А еще мамам для полного счастья нужно встречаться и общаться с подругами. Для этого существует проект «Мама Вау». Он помогает мамам получать радостные эмоции, делиться интересными историями и опытом. Главная цель встреч, которую мы проводим для мам, это подарить счастье и вдохновение. Если мама вдохновлена, если она счастлива, значит, она может нести счастье в семью. Она может обеспечить счастливое детство ребенку. Когда я прихожу на такую встречу, я вдохновляюсь, я получаю удовольствие, и вот этот позитив я приношу в свою семью. Я как многодетная мама, которая совмещаю воспитание детей и бизнес, мне очень важно получить опыт мудреных людей, которые так же, как и я, наверное, сталкиваются с социумом, и им очень важно оставаться всегда мамой. Благотворительный фонд Объединение мировых культур всегда поддерживает начинания, которые связаны с материнством и с детьми. В данном случае мы поддержали инициативу проведения мероприятий, которые направлены на счастливое материнство и на наших счастливых мамочек. На такие встречи приглашают очень интересных людей. Сегодня в гостях у мам заслуженный журналист Украины, общественный деятель и благотворитель. А еще мама троих дочерей и просто красивая женщина Марина Кинах. Я хочу поделиться своим жизненным опытом, рассказать, как у меня выросли дети, чего я достигла. И, может быть, чем-то помочь, советом, ответить на все-все вопросы, которые задают мамы и детки. Потому что 16 лет я занимаюсь детками, у меня есть большой-большой конкурс. Детские. Два раза в году я делаю такие интересные программы. Вот когда я вижу, что дети счастливые, тогда у меня хорошее настроение. Ну а пока мамы общаются, детям тоже есть чем заняться. Рисовать, смотреть мультики. Мне нравится общаться, знакомиться с новыми людьми, брать какой-то опыт из сказанного им. И мы очень рады, что у нас становится все больше и больше, нам приходит все больше и больше мам. Очень рады, что нас сегодня поддерживает благотворительный фонд Объединения мировых культур. Очень рады, почему? Потому что это тоже детки, это мамы, это счастье, это здоровье, это развитие ребенка. Я уверена, что после такой встречи каждая мама станет радостнее. Если счастлива мама, то и вокруг солнечно. Пусть наши мамы улыбаются!